Здравствуйте, друзья! Прошел месяц, и сегодня мы посмотрим, что случилось с нашими синицами и червяками в зимней теплице. Начнем с туи. Туя восточная, джастинка. Посажена 2 месяца назад, засеяна. Результат нормальный. Ну, эта туя довольно-таки хорошо относится к переувлажнению почвы, поэтому она неприхотливая, более-менее растет. Температура на градуснике сейчас 22. Если видно вам там. 18-24 стоит тут температура постоянно. Влажность очень высокая. Ну, начнем дальше. Ель колючая голубая зашла, но мы проверяли схожесть. Мыши потаскали 80% семян. В грядке в земле мы посеем. Ну, перейдем к черенкам. Вот здесь вот черенки, которые мы зачеренковали в ноябре месяце. Результат по туи. Туя почти вся высохла, но здесь вина еще, опять же, теплицу надо дорабатывать, потому что здесь дует очень сильно. И вообще вот эта вот конструкция, она тут мешает. Там надо будет просто еще одну доску добавить и все, убрать ее полностью, эту конструкцию. По можжевельник. Можжевельник весь живой пока. Как бы все нормально. Елка. Елка тоже живая, даже вот одна, если вы можете... Ну, можете видеть, пустила пучечку. А вот эта елка осыпается. Вот. Вот. Вот здесь я их немного зачеренковал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 10, и вот одна осыпалась. Теперь, ну, тут можжевельник, я скорее всего думаю, что тоже погибнет, потому что вот это вот надо было убирать, эту конструкцию не стоило. Теперь по черенкованным перед Новым годом. Начнем вот туя вересковидная, да? Практически вся нормально себя чувствует, даже некоторые побеги пустила. Ну, отклонений пока не вижу. По туе шаровидной тоже есть побеги, тоже есть нормальные такие экземплярчики, то есть все нормально пока. По можжевельнику чешуйчатому, блюкарпит и стрикта. Есть проблемные череночки, конечно, но я думаю, они, это будет отпад где-то 30%. Опять же, сейчас сказать ничего не могу, через месяц опять снимем отчет и будет видно. Теперь по казацкому можжевельнику, который был здесь. Практически весь чувствует себя нормально, все хорошо. Есть некоторые экземпляры опять, ну некоторые, вот здесь пожелтение есть. А здесь наоборот прирост, здесь прирост есть, вот прирост. Прирост есть, и там более-менее себя чувствует все нормально. Так, ну в принципе... Ну, зимы у нас нету, поэтому по горшочным растениям, которые я в горшки пересадил, тут они себя чувствуют. Вот туя Yellow Ribbon, вот эти новые побеги, видите, желтые. Это, ну, результат или факт того, что она прижилась. Вот посмотрите, идет. Она вся должна быть желтая, но здесь света ей не хватает, но поэтому видите, это плохо. Самшит в горшках, в принципе, весь нормальный. Пропало 2 штуки. Ну, я не знаю, что-то у них с корями было не то, это, скорее всего, или я. По смарагду. Смарагд
не развивается, но он и не умер, он даже пустил чуть-чуть, но он не такой пышный и жирный, цвет ненасыщенный. Я не пойму, ну как насыщен, но он таким не должен, в земле, в грунте он не такой. Ну, я думаю, все равно все это пойдет в землю. Весной я все уберу отсюда в землю. Карбонат будет сниматься к весне, потому что здесь жарко будет очень. И натягивается сетка для притенения. И поверху тоже сетка для притенения. Здесь довольно светло. Ну, 80% уличного света падает сюда. Присветлять чем-то я не собираюсь и не буду, потому что этого хватает. Ну вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи!